Северодонецкая студия спортивного танца «Магма» стала лауреатом первой премии на фестивале искусств «Звездный прибой». Сразу в двух номинациях – «Контемп» и «Модерн джаз». Второе место завоевали в современной и спортивной хореографии. В числе лучших фестиваля и три соло-участницы. Всего на международном конкурсе участвовало около 400 детей из Беларуси, Казахстана, Болгарии и Украины. Чем северодончане удивляли жюри, узнавала Екатерина Тырина. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Четче. И раз. Вот так юные магмовцы проводят на тренировках по 5-6 часов в день. А это их очередной результат. Кубки и дипломы победителей международного фестиваля «Звездный прибой». В Болгарии северодонецкая «Магма» представила 8 танцев в 4 номинациях. Для нас это был фестиваль немножко другой, конкуренции, других эмоций, потому что мы в первый раз поехали за границу, и мы заранее знали, что там будет в своем действии Ладьяма, и для нас это было более волнительно. И, конечно, страшно, но все же мы собрались и показали свой результат. Результат магмовцев – победа в номинации «Контемп» и «Модерн джаз». Второе место в современной спортивной хореографии. На гала-концерте фестиваля они представили одну из самых любимых композиций «Мой город». Всегда знают правила, что на какой бы ты сцене ни стоял, ты должен выкладываться на 100%. Будет это северодонецкая сцена, будет это перед детьми или День города, либо это будет болгарский фестиваль. Они должны выйти так, чтобы это было для всех запоминающееся, яркое. Кроме коллективных танцев, «Магма» выступала и в номинации «Соло». Первое место у 11-летней Евы Аскеровой. Ей пришлось побороться с участницами постарше, 13-16 лет, но, несмотря на это, она смогла затронуть жюри сильными эмоциями своего номера. Танец был о том, когда мама ждет сына с войны, но когда он погибает, там она все равно верит, что, возможно, он вернется. А символ – это мальва. Первую часть я немножко боялась танцевать, а потом я раскрылась. Группа поддержки ребят – родители, которые поехали на фестиваль вместе с ними. Девочки сильные, но видели конкурентов, волновались. И когда было награждение, это просто был фейерверк эмоций. Детки хотят участвовать, детки могут участвовать, могут побеждать, могут принести нашей Луганской области, нашему городу победы и развитие. Но исключительно родительской поддержки не хватает. Участие в подобных фестивалях обходится недешево. И пока родители ищут содействие у городских властей, ребята мечтают покорить новые танцевальные вершины. Екатерина Тырина, Сергей Иванов, «Події».